Понятен. А палатку трейнера? А мать-то в это время ее работала с моей сестрой, с Евдокией. Она работала где-то проводницей на... Я не знаю, как она. Перчатки или где. И получилось так, что она уверовала Катя-то. Мать-то настоящая. Ну и Елена-то была не без возраста. Теократическая государственная дирекция. А когда вышла замуж, вот эта Серафима Гавриловна-то, это мать ее мужа, Дмитрия Устиновича. А она, кажется, Марина Демосфеновна. Ну и всегда были хорошие отношения. И он сам такой работящий, кажется, пятеро детей. Вот такая история. Может, где-то там какими-то неточностями, но смысл весь тот же самый. Я их знаю, кроме матери Елены, не встречался. И они жили здесь, Потеряевке. А потом уехали в Грецию. И когда у нас была там европейская миссионерская поездка, они нас встретили, привезли, и там везде проводили, устраивали встречи, греков приглашали. И провожать нас поехали, пока на корабль не посадили, который шел в Италию. Там, где мощь Николы Чудотворца. Да. Вот такая история, брат. В общем, если сказать так, то не худшая, чем у других. Она никого не обидела, мать у ней, все матери хорошие. Вот эта Серафима Гавриловна, она в войну работала трактористом. Я тоже слышал, ну, и она, работать-то надо было крепко, и она за рулем заснула. А трактор-то был какой? Какой? Колесик. Он пахала или еще. Ее ангел разбудил. И она в трактор-то едет, она уснула, остановилась, вышла, а там пропасть перед ней там, где работала. Это она рассказывала, как я понял. И она очень верующая мама эта, Серафима Гавриловна. А она тоже может сгодиться. Ну, верующая, как обыкновенно люди веруют. Без Евангелия в руках. Там Псалтырь Богородицы считается за истину. Так, ну давай еще ближе, подтягивай. Надо набить ее доверху. Подтягивай быстро. Маленько, вот так. Максов, да? Вот. Нет? Нет. В коем чуде? А муж плотников. Дмитрий Устинович. У него родной брат здесь живет. Ни разу в храм не заходил. Владимир звать. А такой, ночь полночь, его куда-то пригласи, помочь. Безотказный. Работяга такой. Около 100 свиней держал. А их сын старший сын, он не на квартире жил в Барнауле. И учился в медицинском институте. И он это все везде платное. И он этот Владимир-то, дядя ему, он все это содержал на себе. Он работяга такой. Но в храм не ходит. И все, мать, ну молимся, когда за ним. Сегодня просил меня какой-то мусульманин молиться. Что с ребенком плохо. Когда-то попадал он где-то. Какая-то что-то. Подробности не знаю. Ну, сказал молиться. Ну, мы помолились. Так, давай. Так.